Замечательное место, Владикавказ, Аллея Славы, памятники советским воинам в замечательном саду. Ну и прекрасное место, стела. Раз, два, и там шесть. И такая пимпочка, и звезда. Но замечательно это место еще и тем, что оно имеет не только советскую атрибутику, но и правильный огонь. Правильный вечный огонь, факел. Это не что-то в земле там горит, в дырке какой-то, ниже уровня земли. Это на холме и в виде допотопных таких факелов. И сделано под стилистику допотопную. И главное, циферки правильные. 17 тысяч бойцов, командиров, политработников и партизан в боях в 19 году. Правильный сигнал. Правильная руна. Наверху правильный символ. И в этом правильном символе, на мой взгляд, это правильный символ, мы с Моной поставим хорошую руну, чтобы это работало именно на город, на Владикавказ. Потому что Владивосток владеет Востоком. И несмотря на слабость России, там руны, которые поставил именно в 19 и 20, 21 году там товарищ Сталин, они еще работают и держат восток страны. Там только мирная миграция. Все военные наезды там просто не сработали. И похожие руны, хотя обновлены, можно поставить здесь, чтобы Владивосток снова, Владикавказ снова стал Владикавказом. Потому что юг России тоже нужно защитить для России, для русских. Там оно? Ну что ты, я себя показываю. Поснимай. Поэтому мы здесь поставим правильные руны, 3 штуки минимум. Я даже знаю, какие. Это и развитие, и концентрация, и все для победы. И новую руну, вот эту. И здесь можно повторить все это на мудрах. Поэтому работаем. Сегодня замечательный, кстати, день. И мы это отметим укреплением наших человеческих позиций. Сегодня сдохла тварь, англичанка больше не гадит, никому она не будет гадить. Вот Чарльз III признал, что он III, а не первый и второй, потому что эти места заняты. Ну и III ему не быть, потому что нельзя занимать чужое место, нельзя. Никто в нашей вселенной больше не будет королевой. А место первого занято, соответственно, первый он единственный. Так что Карл, который Чарльз, скоро тоже последует за мамкой, как и все сынки королевы, все мурашки. Вселенная скоро будет чиста, как бы раи не пытались уничтожить и выполнить команду на самоуничтожение. Вот теперь шторм пришел, реально. Теперь все раи борются между собой, ну уже реально, и все выполняют так или иначе команду на самоуничтожение по всему миру. Смотрим, что происходит. Так что шторм пришел, и все только начинается.